Эта пятилетка станет периодом информационного выбора. Понимаю, что это звучит дико и неприятно, но в ближайшие годы определят, станем ли мы окончательно рабами чужих и чуждых для нас идей или сохраним информационный суверенитет. В этой связи я хочу обратиться к нашим ведущим общественным организациям, особенно связанным с журналистикой и гуманитарной сферой. Вы должны теснее сотрудничать с государственными органами в сфере обеспечения интересов нашего общества в интернете. В информационном поле мы сегодня как на войне, на человека направлены технологии агрессивного и продуманного воздействия, воздействия на подсознание. Многие сегодня действительно очень уязвимы в силу своей наивности и открытости. Но будем бороться за своих людей. Обязательно будем.